Свою историю Горкинская школа отчитывает с 1921 года, когда распоряжением Надежды Константиновны Крупской, супруги и соратницы Владимира Ильича Ленина, в бывшем барском особняке была основана школа первой ступени с курсом обучения 4 года. Вмещала она около 40 человек и пользовалась большой популярностью. Те дети, которые здесь научились читать и писать, потом начали учить грамоте и своих родных. Так была положена длинная история развития этого учебного учреждения. После смерти Владимира Ильича Ленина Крупская, желая оставить память о нем, но надо сказать, что она и часто посещала эту школу и держала связь с учителями. Была здесь организована школа крестьянской молодежи, то есть семилетка. Школа крестьянской молодежи просуществовала до 1936 года, когда рядом с ней было построено новое, более просторное здание. Современное же помещение Горкинской школы, в котором сейчас учатся порядка 500 воспитанников, сдали в 1965 году. Традиционно в день рождения Ленина здесь отмечают и свой праздник. Я хочу сказать пожелание школы, чтобы она процветала так и дальше, чтобы наши учителя были всегда в ней радостные, находиться, чтобы в ней было всегда уютно и чтобы она долго простояла. Я желаю ей дальнейшего процветания, а также желаю, чтобы из нашей школы выпускалось как можно больше достойных учеников. Наша школа – это родной дом, это прежде всего уют, это друзья, которые никогда не предадут. Это очень сплоченный учительский коллектив и ученический коллектив. Эта школа по праву может гордиться своим преподавательским составом и учениками. Среди ее выпускников – ученые, писатели, орденоносцы. Здесь большой упор ставится на русский язык и литературу. В будущем руководство образовательного учреждения надеется возродить когда-то существующий пансион при школе. По первоначальному плану создания школьного городка в школе было здание школы-интерната со спальными корпусами. В 80-е годы было принято решение о консервации интерната. Вполне возможно, к этой идее постоянного проживания школьников на территории учебного заведения будет возвращено. Горкинская школа находится под эгидой Министерства образования и науки России. На торжественном мероприятии, посвященном 95-летию учреждения, присутствовали представители министерства, которые сообщили радостную весть. К столетнему юбилею школу ожидает долгожданное обновление. Вот-вот здесь начнется капитальный ремонт. Юлия Погосян, Владимир Бежонов, Елена Кошелева. Видное ТВ.